Торжественное собрание с подведением итогов года провели в Нижегородском региональном отделении Всероссийского общества глухих. Сегодня организация насчитывает более 2000 человек. В Дворце культуры «Железнодорожник» наградами были отмечены активные члены общества, которые на протяжении всего года участвовали во всевозможных конкурсах и фестивалях. Торжественная встреча закончилась праздничным концертом. Наше сегодняшнее мероприятие, конечно, проходит в рамках декады инвалидов. И, как правило, это время предназначен для того, чтобы привлечь внимание общества к проблемам инвалидов. И поэтому вот мы собираемся и говорим, что мы хоть и называемся таким некрасивым словом «инвалиды», но у нас тоже есть прекрасные артисты, спортсмены, которых мы сегодня будем награждать. Люди, которые стремятся также к высоким результатам, так же, как и все остальные.